Ой, бляха-муха, выпущу это видео немножко пораньше, так как после модпака, если кто не в коне модпака, после обновления моды у меня немножко стали глючить, надо начинать новую игру, я решил запустить пробный вариант. И мой доктор, мужик, он, в принципе, он остался мужиком. Я, правда, не знаю, в каком месте, мне кто-нибудь объяснит, что происходит. Доктор, что с тобой сделали? Но только какая хорошая шевелюра и фигура. Где он точно мужиком остался или нет? Я что-то не понял. Да сними ты эту хрень. Не совсем. Так, погоди, чувак, а теперь ты иди сюда. Что происходит вообще? Кто-нибудь объяснит? Я выбрал стандартный презент свой. Я уже плачу просто. Так, с тобой все в порядке? Так. Блять, мужчина. Что с этим модом на тела? Это точно мужское тело? С такой-то грудью, ну ладно. Перекачался в спортзале, будем думать. Я хренею просто. Что происходит? Господи, я плачу. Не, ну здесь груди нет. Вроде как мужик. Я не знаю, кто этим объяснит, что происходит, да елопал. Так, ты давай иди сюда, потом снимай вот это вот все, давай на тебя посмотрим. Кажется, что-то не то. Ай, о, я плачу, бля. Колония трансгендеров. Не, ну, конечно, грудь перекачана сильно. Господи, что происходит? Были нормальные мужские тела. Какого черта происходит? Ну, здесь понятно, здесь толстый, здесь не отличишь мужика от бабы. Безобидно все-таки. Так. О, я не могу. Кто что-нибудь объяснит, я не понимаю. Ай-яй-яй. Так, ладно, сейчас попробую разобраться, что с этим модом на тела. Почему такая ботва? Слушай, может это оставить нафиг, а? Ой, давайте просто покажу. Тут надо, правда, новую игру сделать, ну, без разницы. Да, пофинту. Пусть 30% будет. У меня стандартный есть пак. Господи, даже до слез пробило, слушай. Вот это номер. Это вообще... Слушай, я не знаю, это с чем есть. Не, ну это мой вообще старый набор как бы этих ребят. Это еще с какой версии 0.8 я использую. В принципе, как бы нормально раньше все было, но сейчас что-то как-то, говорю, вот последний... Я не знаю, что происходит. Это, конечно, боди. В принципе, кстати, можно попробовать его убрать, хотя... Блин, не, ну... Вообще прикольно выглядит, я скажу. А, кстати, да. Видно, мод на боди полетел к чертовой бабушке. Ой, ой. Господи помилуй. Да без разницы. Далее. Вот мой стандартный презент. Можно вопрос... Ой, нет, фигуры меняются, все правильно. О, фигурка меняется, все нормально. Ну, господи, ну почему так-то? Зато у меня доктор очень симпатично стал выглядеть. Так,
Ладно, я сейчас дальше тут буду экспериментировать. Там у меня еще, в принципе, серии есть. Я их повыкладываю. Слушайте, напишите, может так и оставить. В принципе, я не знаю, у меня... Я этот мод ставил, что вот ищите мужика в этой игре от бабы. Как я теперь это отличу с такой-то шикарной прической? Это хреново получится, если честно. Ой, блин. Вообще капец. Ладно. Ой. И реально же заплакал от смеха. Слушайте, пишите, чего вы об этом думаете. Может так реально и оставить, сделать фишку мода. Найди, где баба, где мужик, без надписи. Еще надписи убрать. Ой, господи помилуй. Странно, это очень странно. Да, видно, мод немного добудет, чуть-чуть слегка заглючил полностью. Хотя о чем вот, у меня мод стоит только на тела, а не на физиономии. Я, конечно, извиняюсь, но тут еще и физиономии-то они совсем мужские. О, господи.